Хорошо, мы приветствуем Анжелу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Анжелы под ногами. Эту тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анжелы. Находит все. Накидка у нее сверху. Накидка гуманоида. Накидка гуманоида. Хорошо. Накидка отправляется в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Гуманоид в клетке уже? Да. Хорошо, гуманоид. Откуда ты? Не беру. Ну, рассказывай, как ты зашел? Как долго ты находишься в этом биополе? 14 дней. 14 дней. Хорошо. Объясни мне, покажи мне, как ты подключился к ней и почему ты смог подключиться? Бросил накидку, да, подключился. Энергии яркие были, наблюдал за ней. А ты не видел там манифеста? Видел, поэтому и наблюдал. И в какой момент ты вошел? Покажи мне этот момент, чтобы я понял, почему произошла эта подключка. Там не было защиты, там, чего там не было? Почему бы и нет? Энергии полыхают, никто не берет. Я прикрыл чуть-чуть своей накидкой. Ты меня не понял. Я спрашиваю совсем другое. Я хотел уточнить. Ты подключился к ее биополю, когда она была чистая. Почему ты смог к ней подключиться? Ты можешь ко мне подключиться, гуманоид? Давай для сравнения. Накидку могу бросить, теоретически. Теоретически, верно. Хорошо. То есть тебе практически никакая защита человека, никакие его намерения для тебя роли не играют, да? Ты не принимаешь. Например, даже Грей принимает, когда человек своим намерением не хочет делиться ни с кем. Я понял вопрос. Да. Теоретически могу бросить накидку, но в тебе бы я не стал это делать. Ты сразу поймешь, а получить не хотелось бы. Все понятно. Вопрос в другом. Как ей избежать таких подключек, как твоя в будущем? Поэтому был задан такой вопрос. Что ей нужно сделать для того, чтобы ты, наблюдая за ее энергиями, понял, что не хотелось бы получить? Как ей правильно защищать свои энергии или какие? Что бы тебя не впустило? Вот так. Вот такой вопрос. Заявка. Манифест, прочитанный правильно, с пониманием, осознанием. Я не наглею, я лишь вижу энергии незащищенные и иду на них. Я понимаю, они находятся, в общем-то, в сфере твоих интересов. Но всегда человек может ими, защититься всегда человек может от этого, если он будет сам какие-то определенные действия производить, например, читая тот же манифест, веря в него, заполняя себя энергиями. Скажи мне, там есть какая-то эмоциональность, которая тебя тоже привлекает? Ты чувствуешь, видишь какие-то энергии? Да, вижу. Это как, с твоей точки зрения, это неконтролируемая энергия? Или их можно контролировать? Помогает ли они тебе войти в ее биополе? Их можно избежать. Абсолютно верно. Хорошо. Так, накидка у нас находится в клетке. Ты... Что украл из нее? Энергии? Подсасывал что-нибудь? Рассказывай. Пока только накидку синхронизировал с ней. Хорошо. Давай сделаем так. Сделаем реверс. Даю команду тонкой копии Анжелы спроецировать все энергетические сферические каналы гуманоиду и к накидке. 1, 2, 3. Каналы выстроились. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Анжеле. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается к ним. Идет серый цвет. Ну, это его цвет. Если он что-то брал, значит, ему надо заполнить своей энергией это все. Закончил. Устанавливаю фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Анжела забирает все чистые, светлые, божественные энергии. 1, 2, 3. Все, что похитили, все, что изъяли, до последней капли возвращает Анжела себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Гуманоида не идет, а от накидки возвращаются все цвета. Все цвета. Зачем воровал все цвета? Хорошо. Готово. Отлично. Так, гуманоид, давай тогда. Тебе выходить не надо из клетки. Вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Приступай. Есть. Я даю команду на рассинхронизацию Анжелы с накидкой и гуманоидом. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. Готово.
Отлично. Я даю команду. На счет три включаю внутренний белый свет Анжели. И Анжела выдавливает из себя все негативные и патогенные энергии, насобиравшиеся в ее биополе, включительно энергии гуманоида и накидки. Один, два, три. Пошел свет. Все эти энергии выходят и формируются перед Анжелой в шар. Готово. Большой шар? Эмоциональный шар, как мяч. Открывается под ним портал галактической ядро 1, 2, 3. И этот шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Анжелы и проводит контрольную проверку. А знаешь, ей самой тяжело от этих эмоций. Она аж выдохнула, когда шар вышел с ней. Спокойствие, сейчас к ней вернулась. Чистая. Отлично. Подхожу, даю команду Анжелы на счет 3 сделать импульс высоковибрационного шока удара и отсечь от себя каналы гуманоиду и накидки. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, мы закончили здесь. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У меня причины, в принципе, понятны. Я хочу просто проверить, не для там хвоста. Нет, отпускай. Все понятно. Благодарю тебя. Хорошего дня тебе. И хорошо. Открывается под накидкой портал галактическое ядро 1, 2, 3. Гуманоид закрывает. И накидка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Гуманоид, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Гуманоид удивился, что у тебя такие связи есть. Нашел. Давай теперь заправим энергиями Анжелу. Посмотри, пожалуйста, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 320-27. 320% и 27 Гц. На счет 3 в макушку головы Анжелы начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Готово. Частота вибрации поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, мы закончили чистку. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Анжелы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пришла по чакрам вся, да. А, отлично, значит, хорошо. Тогда отключаемся от объекта и в комнате диагностики. Пошел прием. Я здесь. Хорошо.